Ой, Лялечка, у меня же еще торт есть. Я совершенно забыла про него. Только он, знаете, вот вчерашний и начатый. Ничего это? Ой, да ничего. Ага. Эти троглодиты, они все съели. А вот еще колбаса. Угу. Так, ну больше, к сожалению, у меня ничего нет. Небогатое, конечно. Ой, да что, угощение. Вот иногда сидишь ничего. В гостях. Стол ломится, а кусок в горло не лезет просто. Да, потому что это, ну, это зависит от человеческих отношений. И если они искренние, то это... квартире. Это не важно. Представляете, я до сих пор живу в коммуналке с мамой. Да. Жить с мамой в одной комнате – это не подарок. Да, это я понимаю. Так, я, можно сказать, уже взрослый человек, а меня все ребенком считают. Да. Я Набокова прочла... На английском языке. Что? А она меня все учит. Что именно? Лолиту. Вы читали Лолиту? Я не читала. Зато слышала. Много. Ну что? Это интересно? Ну, вы знаете, у нас такого не напечатают. Сейчас печатают... Такое иногда. С другой стороны, если не напечатают, и правильно сделают, что не напечатают. Именно это произведение я бы не печатала. Причем никогда. Ой, никогда.